Забыла сказать, я наконец-то записалась на консультацию по ЭКО. Я придумал, это дорого и неправильно. Что? Игорь, мы уже 2 года пытаемся детей завести. Если не получается естественным путем, то значит не судьба. А может, и я не твоя судьба? А кто тогда, твоя бывшая, которая даже детей от тебя не хотела? Может, и так. Задолбал их. Мне кажется, с моим мужем что-то происходит. Мне кажется, на нем магия. Он передумал делать ЭКО и вообще стал вести себя очень холодно. Может быть, он просто пока не готов к рождению малыша? Вы давно пытаетесь завести ребенка? 2 года. А потом мне 30, а ему 35. Сколько вообще можно ждать? Нет, я уверена, что на нем магия. И навела ее его бывшая жена Лена. Послушай, 30 лет – это не возраст, чтобы переживать из-за отсутствия детей. И почему ты считаешь, что его бывшая жена хочет вернуть мужа обратно? Мы с Игорем 3 года вместе. А до этого он 7 лет жил с Леной. Но она его бросила. Игорь, по ее мнению, был недостаточно успешен и богат. Она умотала в Рим к своему итальянскому любовнику. И вот спустя 3 года она вернулась. Слушай, а ты в курсе, что твоя бывшая в России? Я в ее сторис видела. Ты что, следишь за ней? Постой. А эта фотография рядом с твоим офисом. Она что, к тебе приходила? Да, заходила. Ей нужна моя помощь. Какая помощь? Финансовая? Слушай, учти, я против того, чтобы ты давал ей деньги. Это и мои деньги тоже. Это я тебе обеспечила все тендеры. Да не нужны ей твои деньги. Ой, а что тогда? Может, на тебя вернуть хочет? А ну-ка, признавайся, ты крутишь шашни со своей бывшей за моей спиной. Елена его не поддерживала ни в чем. Она его ни во что не ставила. А теперь она приехала и хочет его вернуть. Он ведь разбогател. Может быть, ты надумываешь? Нет. А с чего Игорь передумал делать ЭКО? Почему на меня срывается? И зачем он тайком с этой бывшей женой встречается? Нет. Она его соблазнила, она магию навела, стерва. Я Игоря по кускам собирала после развода. Помогала ему от администрации заказы получать. Со мной он разбогател. Но он не может ее забыть. Оно и понятно, она ведь красивая. Вот, посмотрите. Почему ты в очках? Руна говорит о том, что у тебя зрение в порядке. И прическа у тебя такая же, как у бывшей жены твоего Игоря. Ты подражаешь ей? Да нет. Просто мне имидж ее нравится. Вытяни, Руна. Хагалос означает неуверенность в себе. Ты в себя не веришь и не ценишь себя. А с чего мне в себя верить, если мой муж по бывшей сохнет? Посмотрите, есть на нем магия? Да, я вижу на твоем Игоре след магии. Но она слабая, наведена дилетантом. Но вмешаться она смогла, потому что в ваших отношениях есть какая-то проблема. Единственная наша проблема – это Лена и ее магия. Как ее убрать? Рядом с твоим мужем есть подклад. Это символ любви. Фигурка 2 человека. Принеси ее мне, и я сниму магию с твоего мужа. Я сразу поехала домой за фигуркой, при помощи которой на моего Игоря навели магию. Я была уверена, что это сделала его бывшая жена Лена. Бабка забыла с документами, не видела? Она на кухне. Слушай, а помнишь, у нас статуэтка была, обнимающаяся мужчина и женщина? Не знаешь, где она? Нет, а зачем тебе? Да так,
Что приготовить на ужин? Слушай, я сегодня на работе допоздна, так что на меня не готовь. Что-то ты часто начал задерживаться. С Леной время проводишь? Я так и не нашла фигурку, о которой говорила Вера. Но сейчас я думала не об этом, а о том, с кем проводит вечера мой муж. Я поехала к нему в офис, чтобы выяснить, правда ли он на работе или соврал мне. Оль! Оля! Оль! Привет! О, я тебя не узнала. Ты что, блондинку перекрасилась? Очки нацепила? Вылитая Елена. Ты что, косишь под нее, что ли? Нет, конечно. Я решила поэкспериментировать. Наташка, ну что ты дурью ты маешься? Игорь только тебя любит. Ты же столько для него сделала. Вот именно. Только сколько волка не кормит, он все равно в лес смотрит. Я прям чувствую, что он не изменяется своей бывшей женой. Он в офисе? Нет, уехал на встречу с заказчиком. Ясно. Оль, если ты его увидишь вместе с Еленой, позвони мне, а? Ты хочешь, чтобы я стучала тебе на мужа? Ну, Наташа. Ты моя подруга. И это я тебя устроила к нему, когда тебя уволили. И ты хочешь сказать, теперь я тебе обязана? Я просто очень переживаю, что приехала его бывшая жена. Я тебя очень прошу, помоги, пожалуйста. Ладно. Ну, зря ты паришься. Игорь тебе не изменяет. Ну, ты какими судьбами к нам? Кофе будешь? Да нет, спасибо. Игорь попросил подъехать, проконсультироваться. Но его еще нет. Слушай, видел Ваську Белова недавно. Прикинь. Привет тебе передавал. Да ладно, я его, кстати, с института не видела. Да. Кстати, я с Ольгой Бобренко снова активно общаюсь. Ее уволили из нефтяной компании, а я ее в юродел к Игорю пристроила. Да ты что? Оля, 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 это... Это страшненькая, да? Она симпатичная. Ну, не такая, как ты. Конечно. Ты у нас самая красивая девчонка была на курсе. А помнишь, как мы удирали на кинофестивале? Гуляли допоздна, целовались. Ну-ну-ну. Мы теперь с тобой люди женаты. Кстати, как жена? Нормально. Все хорошо. Привет. Прости, задержали. Есть проблемы с заказчиком, надо решить. Подожди, а ты мог и со мной посоветоваться? Я такой же юрист, как и Денис. Ты заинтересованное лицо. Это по поводу контракта с администрацией. Странно, куда подевалась эта статуэтка? Я уже весь дом перерыла. Да далась она тебе? Ну что, помог тебе Денис? Да нормально. Ваши нам счет выставили. Нужно было дать грамотный ответ, чтоб штраф не влепили. А бывшая твоя когда обратно в Италию возвращается? Не знаю. Вообще странно, что она к тебе обратилась после того, как тебя Жей кинула. Ей просто больше некому идти. Слушай, а у меня есть идея. Давай в Таиланд съездим. Не хочу, мне там не понравилось. Ну, это потому, что ты там был с Еленой, а мы там отлично проведем время. Слушай, тебе непременно нужно побывать там, где был с Леной, до тебя. Наташ, давай не сегодня, не завтра, рано вставать. Слушай, у нас секса не было уже месяц. Ты с этой Леной каждый день сексом занимался, ты сам рассказывал. Что, я недостаточно хороша, что ли? Все, ты меня достал. Ну, прости. Ну, давай мы завтра хотя бы где-нибудь пообедаем вместе. Не могу. Я завтра с Ольгой за город на встречу. Я обыскала весь дом, но так и не смогла найти эту чертову фигурку с магией. А на следующий день я внезапно увидела на улице свою подругу Олю. Но ведь муж сказал мне, что они будут вместе за городом, на встрече. Оля, привет! Как вы там? Игорь с тобой? Да, мы тут на встрече. Игорь не может сейчас говорить. Что-то передать ему? Алло, на встрече говоришь? Наташ, прости. Игорь просил меня так всем говорить. Он же мой босс, я просто выполняю его поручение. А я твоя подруга, ты врешь мне. А ну-ка рассказывай, где Игорь? У Елены? Где она живет, знаешь? Да, я сама ей квартиру арендовала по просьбе Игоря. Дай адрес. Нет, он же меня уволит. Если ты мне не дашь адрес, я сделаю все, чтобы он тебя уволил.
Наташа волновалась из-за того, что бывшая жена мужа Елена решила вернуть Игоря, так как за 3 года он стал успешным и разбогател с Наташиной помощью. Вера увидела, что на Игоре есть магия, и велела Наташе искать статуэтку, при помощи которой ее навели. Наташа встретилась с подругой Ольгой, которая работала на Игоря, и попросила ее следить за ним и сообщить, если он будет встречаться с бывшей женой. Игорь сказал Наташе, что уезжает по делу за город вместе с Ольгой. Однако на следующий день Наташа увидела подругу в городе. Та призналась, что Игорь просил ее врать всем о загородной поездке. Наташа была уверена, что Игорь проводит время с бывшей женой, и поехала к ней. Ну все понятно. Игорь соврал мне, чтобы встретиться с бывшей женой. Я поехала к ней на съемную квартиру, чтобы в этом убедиться. Игорь здесь? Игорь, это к тебе. Как ты меня нашла? Да ты соврал мне про встречу, ты поехал к ней, да ты крутишь шашни со своей бывшей женой у меня за спиной. Ребят, может, дома будете разборки устраивать? Да ты поговори мне еще! Игорь, уведи ее. Уведи? Да я сейчас тебя уведу. Катюша, все, не хватит! На! Я была раздавлена. Игорь не пришел ночевать. Как он мог спутаться со своей бывшей женой, которая бросила его ради любовника? Она точно приворожила его. На следующий день я поехала к Игорю в офис, чтобы вразумить его. Ну и чего ты приехала? Слушай, я не спала всю ночь. Где ты был? Неужели нельзя было позвонить? Разве я этого заслужила? Твоя бывшая бросила тебя ради богатого любовника. Я тебя потом 1/2 года по частям собирала после развода. Она тебя поманила обратно только потому, что ты разбогател благодаря мне. Я просто помогаю Лене. Она в трудной ситуации. И как она в постели? Лучше меня? А в постели со мной ты ее представляешь? Все, ты меня достала. Давай развониться. Свободы захотелось. Ты к бывшей своей ты хочешь вернуться, а? Бывшей? Скотина, ты разбогател благодаря мне. Идиотка, ты что творишь? Так вот она, эта статуэтка. Да далась тебе эта статуэтка. Я их несколько штук из командировки привез. И все, давай, забирай. Нравится, уходи. Вот, я эту статуэтку дома искала, но не нашла. А это в кабинете у Игоря была. Оказывается, он несколько одинаковых привез из командировки. Я нечаянно ее разбила, но здесь была бумага с каким-то заклинанием. Да, на этой бумаге и осколках действительно есть следы магии. Теперь вы сможете эту магию с Игоря снять? А то он развод потребовал и с бывшей женой спутался. Это она магию наложила. Если бы ты фигурку не разбила, я бы смогла снять магию. Но теперь только ты сама можешь это сделать. Теперь в присутствии того, кто наложил на твоего мужа магию, этот листок пожелтеет. Так ты узнаешь нужного человека. Заставь его порвать листок и сказать: наведенное исчезает, и магия будет снята. Это точно Елена нахимичила. Похоже, Игорь с ней спит. Он любит ее, я же вижу. А не слишком ли ты много думаешь о бывшей жене своего Игоря? Нет. Это руна ревности и возврата в прошлое. Проблема твоих отношений с мужем в том, что ты ревнуешь его к его прошлому. Ты сама постоянно возвращаешь мужа туда, напоминая о его бывшей жене. Ты ей подражаешь. Только ему это не нужно. Игорь хочет строить будущее с тобой, а ты отбрасываешь его назад. Я поддерживаю Игоря, в отличие от его бывшей жены. Я его тыл, я подставляю ему плечо. Не такая уж я красивая, как Елена, поэтому его и тянет к ней. Он тебе это говорил? Нет, но я это точно знаю. Вот и прекрати себя накручивать. Твой муж видит в тебе тебя, а ты пытаешься стать его бывшей женой.
Полюби себя такой, какая ты есть. Если ты и дальше продолжишь тянуть мужа в прошлое, которое он хочет забыть, он уйдет от тебя и без магии. Я была уверена, что магию на Игоря наложила Елена, поэтому мне снова пришлось поехать к ней домой, чтобы она порвала листок с заклинанием. Чем обязана? А ты думаешь, это тебе сойдет с рук? Что сойдет? Ты что там себе надумала? Я не сплю с Игорем. Игорь просто мне помогает вернуть ребенка в страну. Он нашел мне адвоката. Дениса, ты его знаешь. Так вот о чем Игорь его попросил. Тебе помочь. Меня все обманывают. А ты у нас настоящая хищница. В Италии не задалось, вернулась обратно в Россию, поджав хвост. Узнала, что у Игоря дела идут в гору и решила его обратно вернуть с помощью магии. Это же твоя записка. Ты же ее засунула в статуэтку. А ну! Я была растеряна. Бумага с заклинанием не пожелтела в присутствии Елены. А значит, магию на Игоря навела не она. Но кто же тогда? Привет. Привет. Спасибо, что пришел. Да, что у тебя случилось? Слушай. А это правда, что ты помогаешь Елене вернуть ее ребенка в Россию? Ну да, я думал, ты это знаешь. Лена разводится со своим итальянским мужем и хочет вернуть ребенка. А тот не хочет. А сколько лет ребенку? Больше 2 лет. Получается, они с Игорем развелись примерно 3 года назад. Это может быть ребенок Игоря. Но мне эта мысль тоже приходила в голову. Так вот, значит, как. Она хочет вернуть ребенка в Россию, чтобы вернуться к Игорю. Потому что это отец ее ребенка. Ну, Наташенька, ну перестань. Ну, все хорошо. Вера сказала, что бумага с заклинанием пожелтеет в присутствии того, кто навел магию. Так вот оно что оказывается. Магию навел Денис. Так это ты навел магию? Не знаю. Это твой почерк. Как же я сразу-то не поняла? Ну, если я, то что? Наташ, да ты несчастна с ним. Я не могу смотреть, как ты мучаешься с Игорем. Да кто тебе вообще позволил лезть в мою семью? Быстро разорви заклинание и скажи, наведенный исчезает. Да он все равно не вернется к тебе. Я сказала, рви! Рви! Я порву. Наведенное исчезает. Довольно? Вера велела Наташе искать того, кто навел на ее мужа магию. Этот человек должен был порвать бумагу с заклинанием. Наташа была уверена, что к магии прибегла бывшая жена Игоря Елена, но оказалось, что она ни при чем. Елена сказала, что у нее нет романа с Игорем, и он просто помогает ей вернуть в страну ребенка, которого ей отказывался отдавать муж-итальянец. Наташа встретилась с одногруппником Денисом. Выяснилось, что именно он наложил на Игоря магию, так как считал, что он до сих пор любит бывшую жену, а Наташу просто использует в корыстных целях. Я надеялась, что теперь, когда магии на Игоре больше не было, он вернется. Да, их с бывшей женой связывал ребенок. Но ведь у нас с Игорем была настоящая любовь. Ну, наконец-то ты пришел. Я за вещами, я ухожу от тебя. Значит, Денис был прав. Это меня никогда не любил, как Лену. Ну, теперь ты хочешь быть с ней. Может, что-то доволен? И бывшая к тебе вернулась, и сын у тебя теперь есть. Да ты совсем помешался. Какой сын? Я не имею к Лениному ребенку никакого отношения. Слушай, не ври мне. В случае развода я тебя оставлю без копейки. Ты не получишь ни одного контракта. Ты
Ты мной просто воспользовался. Значит, вот что обо мне думаешь. Прекрасно. Забирай все. Я жду до вечера, а потом уволю к чертям. Да. Угу. Я не вовремя? Да. Надоела ты тупая криворукая секретарша. Она опять в документе ошибок наляпала. Слушай, на минутку. Хотел тебе помощь предложить. Слышал про ваш развод. Давай возьмусь за это дело. Я помогу судить у Игоря все до копейки. Мне от него ничего не надо. В смысле? В смысле, Наташ? Так он всем обязан тебе. Послушай, Наташ, он прицепился к тебе как пиявка. И все, ты его тащишь. Да твое-то какое вообще дело? Наташ, Наташенька, я люблю тебя. Я всегда любил, с самого универа. Ну, ты же мне изменил. Не знаю, я дурак был, понимаешь? Это было по пьяни, по молодости. Ну, дурной, что я могу сказать? Да, ты и сейчас не лучше. Ты женат, у тебя двое детей, ты ко мне клеишься, какие-то магии наводишь. Слушай, я никого никогда не любил так, как тебя. Этот Игорь, он бросил тебя, его же не вернуть. У них вообще ребенок, послушай. Нет, я так не могу, нет. Я вроде бы очистила Игоря от магии, ее мой бывший парень навел. Но он все равно хочет развод. Похоже, у них с Леной общий ребенок. Нет, ты ошибаешься. У твоего Игоря нет биологических детей. Нет? А почему же он тогда ушел? Может быть, магия не до конца снялась? Руна чистоты. Магии на твоем муже больше нет. Достань руну. Ты сняла магию. Но от проблемы в отношениях ты не избавилась. Твой Игорь не хочет быть с тобой из-за твоей ревности к его бывшей жене. Ты продолжаешь тянуть его в прошлое. И этим перечеркиваешь ваше совместное будущее. Вычеркни его бывшую жену из вашей совместной жизни. Ведь именно ты создаешь этот любовный треугольник. Пока не исправишь ситуацию, твой муж не вернется. Я столько для него сделала, а он мной просто воспользовался. Вот уйду к Денису, будет знать. Да какой Денис? Ты что? Он подметки не годится Игорю. Вот уж кто везде ищет выгоду. Денис? Угу. Он женат на генеральской дочке. Это вариант явно круче, чем я. А он хочет ее бросить ради меня. А ты что, не в курсе? Его тестя на пенсию отправили. Толку от него больше нет. Денис теперь ищет, кому бы присосаться. А ты надежный вариант. Он же видел, как ты Игорю помогла. Решил его место занять. Не верь ему, приспособленец. За что ты его так не любишь? Только между нами, ладно? Ну, конечно. У нас с Денисом был роман 2 года назад. Что? Я тогда в нефтяной компании работала. Как только меня уволили, он тоже исчез с радаров. А я, дура, чуть мужа ради него не бросила. Ты спала с Денисом? Представь себе. Не совершай ошибку, Наташ. Игорь тебя любит. А ты его просто замордовала ревностью своей. Будь собой. Посмотри, что ты со своими волосами сделала. На кого ты похожа? Ты же красивая девка, а все косишь под эту Елену. Кофе. Я очень тосковала по мужу и решила встретиться с ним. Может, наши отношения еще можно было наладить? Ведь он тоже меня любил, я это чувствовала. Значит, вы все-таки вместе, да? Я заехала к Игорю попрощаться. Уезжаю в Италию. Слушай, я рад, что у вас с мужем все наладилось. Счастливо, пути. Спасибо. Значит, у вас все-таки нет романа? Нет, я устал тебе об этом говорить. Прости меня, пожалуйста.
Я вела себя как полная дура. Я 3 года соперничала с этой Леной. Я вообще о ней не думал. Это ты на ней помешалась. И после того, как Лена вернулась в Россию, так ты вообще сбрендила. Прикрасилась блондинку, нацепила очки. Зачем? Мне не нужна вторая Лена. Мне нужна была ты. Прости, пожалуйста. Давай начнем все сначала. Наташа не разведется с мужем, они помирятся. Через 2 года Наташа забеременеет. Денис останется одиноким, жена его выгонит. Создавая новые отношения, нужно переворачивать страницу и начинать все с чистого листа. А когда один ревнует другого к его прошлому, то в такие отношения может вмешаться магия и разрушить их окончательно.